Оренбург, если не центр коммунального счастья, то остров относительного благополучия. За последнее время его власти привели в порядок многие дворы, в том числе и те, к которым лет 30 не прикасалась рука благоустройства. Жители в целом бесперебойно пользуются благами цивилизации. Засухи в водопроводе, если и случаются, то кратковременные. Свет горит, газ тоже. Много нового жилья с беспроблемной инфраструктурой. Одним словом, столица. Хотя и откровенно запущенных дворов еще хватает, и во многих подъездах разруха. В общем, тоже, как везде. А еще жители города много должны за газ, воду, тепло и электричество. 395,5 миллионов рублей население должно за коммунальные услуги. И при этом, говорят, платить не будем, а качество должно быть лучше. Почему не платят? Вот в чем вопрос. Одни потому что не хотят, другие потому что нечем. Есть еще и третьи, те, которые устали платить в карман чужого дяди. Нет, не того, кто им газ и свет дает, а тот, кто управляет их домами. Вернее, делает вид, а на деле управляет денежками людей. Управляет и направляет их в свои карманы. О дельцах из управляющих компаний сказано много, на этом совещании сказано еще. В частности, про Западную 1. Ее директор недавно нехило заработал, заказав сам у себя работ на 4 с лишним миллиона. Среди предприятий, которые занимаются эксплуатацией жилищным фондом, есть достаточно профессиональные. Профессиональные компании, порядочные, которые работают добросовестно. Но есть откровенные проходимцы. Но мы сегодня услышали, когда говорили Западный 1, который сам заключил с собой договор на 4 с лишним миллиона рублей, проплатил, непонятно, куда ушли деньги. Мы видим там хищение, да, и я думаю, и граждане видят, да, и он и в управляющей компании, и он и в той же организации подрядной одну должность занимает, с одного кармана в другой переклады. Но не свои деньги, а чужие. Что делать? Другой вопрос. Муниципалы заявляют однозначно, давать им больше прав. Прав вмешиваться в дела управляющих компаний, которые сегодня чувствуют себя совсем уж вольготно и даже в интернет о своей работе и о финансовых операциях ничего не выкладывают. Главное, мы получаем социальную напряженность. Социальную напряженность. Мы много делаем хорошего, но человек же воспринимает свой день, который у него начинается утром, выходя из квартиры. И когда он выходит из квартиры, что он видит? Ну и дальше мне что рассказывать? Рассказывать вскоре придется директорам управляющих компаний и тем, кто на хорошем счету у населения и городских властей, и тем, кто входит в негласный черный список. С подачи губернатора состоится еще один разговор на тему, как жилищную сферу сделать честной. И вообще, можно ли ее таковой сделать? Виталий Дерябин, Роман Боричев, Новости дня.